День народного единства – это один из самых молодых праздников, который сплачивает людей. Его отмечает вся Россия, в том числе и Краснодарский край. Праздник, учрежденный в 2005 году, имеет древние исторические корни, и он успел уже приобрести свои традиции и стать для многих близким. Мы вышли на улицы Славянска на Кубани, чтобы узнать мнение горожан и гостей нашего города о празднике, сумел ли он стать для них необходимым и в чем они видят его смысл. 400 лет назад наша страна отстояла право на независимость в этом мире. Мы это помним, мы это ценим, и мы хотим жить в большой мирной стране. Все хорошо будет, если все будем вместе. А если поросне, такая большая страна должна быть единство крепкое и на всю жизнь. Как бы особенно в этом году локдаун, так что никакого праздника. Боремся с вирусом. Единство нужно, но для этого нужны силы, которые нас должны сплачивать. Конечно, должны быть вместе, дружно жить, хорошо, чтобы все было спокойно. Главное, чтобы не было никаких войн, ничего. Самое главное, войны не было. Для меня это кажется самое главное. А так все, как будто все хорошо у нас. Да, у нас много национальностей. У нас это самое. Дружно живем и жили, и будем жить. Вот я живу здесь 48 лет. На мужа, братья все уже давно тут. Им 90 уже 5 лет. И мои соседи, вот живу я уже в этом доме 38 лет живу. Мои соседи без нас жить не могут. Если честно говоря, то поздравлять сейчас с праздниками вообще как бы у нас не совсем, особенно открытками. Это уже вообще все нонсенс. Ну а в праздник, в принципе, я не против праздников. Хороший праздник, единство и солидарности, как у нас раньше был мир, труд, май, теперь просто он принесся на осень. Я считаю, это хороший праздник. Если народ объединится, он все победит. Это мое мнение. К этому празднику я не привыкла. Постепенно мы это привыкнем. Как к 7 ноября, вот к этому празднику привыкнем. Сейчас новые, видите, новые праздники. Старые забываются. Единение, конечно, важно, я считаю, потому что мы должны быть более дружной нацией, становиться. Чем дальше, тем больше, я считаю. Слишком мы разобщенные пока что. Так что надо праздновать, надо объединяться. Как видим, праздник еще не успел стать для всех близким и долгожданным. И все же большинство наших земляков видят его смысл в сохранении согласия и взаимопонимания, в настоящей дружбе между всеми народами России.